Друзья мои, эксклюзивный репортаж. 3 часа ночи, Коджори. У нас просто куча снега нанесло. Друзья, Коджори, ночь. Соль посыпана, но местами. Попробуем сейчас скатиться. Все, в общем, с горы скатился успешно. Слава богу, мороза нету. Ну, сейчас потихонечку спустимся до определенного уровня с высоты. Там уже снега не будет. Потихонечку ползу на пониженной передаче. Были уже экстремальные моменты. Вот такой вот крутой поворот. Машина не тормозит. Переключился на лоу режим. И спокойненько вошел в поворот. Катимся дальше. Посмотрим, на каком уровне снега уже не будет. Пока еще не доехал до Шиндиси. Сейчас заехал в Табахмело. Это до Шиндиси, если сверху с Коджури спускаться. Но здесь уже мокрый снег. На дороге уже не так опасно. Друзья, вот доехал я до Тбилиси. Здесь смотровая площадка, вот знаменитая, с надписью «Тбилиси». Машина моя полу в снегу. Ну, вот так вот дождливый город Тбилиси выглядит ночью. Едем дальше. Друзья мои, специально для вас ночной выпуск из дождливого ночного Тбилиси. В Коджори сейчас снег валит. Еле-еле я оттуда спустился. У меня впереди летняя резина стоит. Ну ничего, все нормально. Я сейчас гуляю по старому Тбилиси. Только что я здесь был совсем-совсем один, а сейчас каких-то 2 человека все-таки откуда-то вылезли. Красота, друзья мои. Друзья Тбилиси, на связи. Очень люблю дождливый город, он по-своему прекрасен. Все блестит. Красота. Вы спросите, что я делаю ночью в городе, особенно в дождик. А то и в снег. Я еду встречать моих читателей в аэропорт. 6 утра самолет. Сейчас 4 часа ночи. О, автобусы ходят. Автобус этот, по-моему, специальный ночной. Он делает круг у основных станций метро. И, соответственно, ночью можно гуляючи добраться до ближайшего пункта, где поселился. Это малозаметная церковь, которая обросла вокруг строениями в центре туристического маршрута. Вокруг ресторанчики и прочее. Чего только она не видела и чего только она не пережила. Стоит здесь 1500 лет. Пережила все нашествия, все пожары, всех врагов. Не раз восстанавливалась в величественной Анчисхати. Не проходите мимо. Обратите внимание, сколько жизни в этих стенах. А у вас есть ночная фотография этих часов? А у меня есть. Вот и аэропорт. Добрался я до аэропорта. Жду